16 все сбываются мечты. В 16 первый шаг круговорота. Лишь только успевай считать мячи, забитые судьбой в твои ворота. Но жизнь упруга в мускулах течет и по-земному падает на плечи. В 16 начинается отчет, как в вечном тайме жизни с человечеством. Yeah.
должны сбываться. Выпускников мечту хотим исполнить. Подарим им круиз. Пора нам отправляться. Уж будет, что выпускникам им вспомнить. Ну и прав уже сегодня без капитана никуда. Мы рады видеть ее, конечно, да. Итак, Мария океанов разных покоритель, ваш самый лучший классный класс руководитель. Конечно, этот ваш, он здесь капитан. Встречайте, Дарья Лариса Валерьевна Полисметова! Она даже и капитанскую песенку знает, назовем, слушайте. Жил отважный капитан, он объездил много стран. Бородил океан. Раз 15 сон тонул, поднимавший в яху, то ни разу даже глазам не моргнул. Буриные штормы. И право же, с этими выпускниками она плавала по-разному. Ну, самое главное, всегда выплывала. Ну, а сегодня опять вы на площадке. Начнем мы все сначала. Вас родители благодарят за их детей, что в школе были лучшими. Подарки вам вручить сейчас хотят. По праздничному выпускному случаю! Аплодисменты звучат! Отлично! Громче! Еще громче! Еще! Только малость. Конечно же, счастливых, долгих, школьных много лет. Ну и корабль вам вручить осталось. И помните, дорогие выпускники, участники нашего этого выпускного круиза, что сердца вам нужны в жизни для любви, а руки да для аплодисментов. Перед этим плаванием она дает. Она принимает ваши аплодисменты, она волнуется, но здесь она поет. Не упустите, поаплодируйте! Давно ждала того момента. Глаза. И
принимать самостоятельные решения и планировать свою жизнь. Ведь она теперь только ваша. Постарайтесь все обдумывать, четко и взвешенно. Не идите на поводу у чужих желаний и фантазий. Верьте в себя и в свои цели. И главное – поставить. И они обязательно будут достигнуты. Пусть этот мир будет вспомнить вас. Пусть на вашем пути встречаются только добрые люди, искренние. А если вам будут нужны советы или помощь, вы всегда знаете, кому обратиться. Успехов вам, 9 А! Успехов, добра! Я очень хочу, чтобы мой маленький подарок вы мне сделали сегодня, вчера, позавчера, кучу всяких разных, много замечательных подарков. А сегодня для вас мой подарок. И этот подарок я хочу, чтобы остался с вами на всю вашу жизнь. Так, внимание на экран. Итак, внимание на экран. Подарок предлагаем вам. Thank you.
Давайте стул вам поставим. Давайте. Я записал вначале парни. Это разминка, повторяйте за мной, и вовсе не шутка и не смех. За мной и повторяйте, с аплодисментов начинайте, родители, присоединяйтесь. Сейчас, аплодируем вот так. Это праздник, долго ждали. Праздник, долго ждали. И давно о нем мечтали. Волнений, позволю несколько вам наставлений. В Англии, очутившись в светлый день, друг другу скажем мы... Окей, спасибо. В Германии, чтоб не попасть в просак, скажем просто... Вот это! Спасибо. Бог ты мой, немцы прямо здесь. Поаплодируйте здесь, на Уральске. Итальянцы днем покорно нас приветствуют... Бонжорно. Бонжорно, итальянцы. Итальянцы здесь, обратите внимание, какой жаркий итальянец. Поаплодируйте, пожалуйста. Но французы, чтобы был во всем ажур, друг друга встретив, говорят... Ажур! Ну вот, пожалуй, я теперь спокойна. Не стыдно и себя показать, и в страны отправиться. Отправляться вам не впервые. Путешествий в вашей жизни будет много. И я надеюсь, все по судьбе и от Бога. Сегодня в путешествие вы отправляетесь с Ксенией Трофимовой. Аплодируйте сейчас. Наставление музыкальное от нее. Выпускного час. Аплодируем ее еще. Желто-багровые кроны. Пусть обо мне все забывают и не звонят телефоны. Сядь в любой поезд, будь ты как ветер, и не заботься ты о билете. Листья зеленые сожмиты в ладони, прошлое больше тебя не догонит. Сядь в любой поезд.
как настоящая звездочка. Я думаю, что она будет ярко горящей звездой. Принимает ваши аплодисменты, потому что наставление сесть в любой поезд и отправляться в путешествие есть. Аплодисменты здесь! Итак, я покажу сначала по правой руку от меня от выпускника. Поаплодируйте им. Итак, дорогие выпускники, предложите мне вашу ладонь. Я кладу вот эту купюру на вашу раскрытую ладонь. Вы, не сгибая пальцы, как только зазвучит рок-н-ролл, будете передавать ее на рядом предлагаемую ладонь. Пока музыка звучит в виде английского рок-н-ролла, мы отрабатываем английское рукопожатие. Как только музыка перестанет звучать, мы узнаем, у кого деньги линут к рукам. Те самые богатые будущие люди, выпускники, успешные бизнесмены и бизнес-леди. Итак, я иду в Альцедан, предложите мне вашу ладонь. Итак, держите. Это вам задачу, вы поняли, да? Совершенно верно. Ну, вам объяснят, парни, объясните, пожалуйста. Но, тем не менее, я сейчас иду к нашим родителям. Родители, не напрягайтесь, так я иду к вам с приятным известием. Предложите мне вашу ладонь. Не оставляйте себе, не надо. Сюда. Итак, тем не менее, здесь тоже эту купюру я оставляю. Итак, родителям купюры я не предлагаю. Нет, учителям купюры не предлагаю. У них заработок отличный, я знаю это лично. Но, тем не менее, я кладу купюру. Не сгибаю. Звучит музыка. Как только музыка перестанет звучать, мы узнаем, у кого деньги. Лип под бука. Раз, два, три. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock. Вот и самые богатые люди. И для помощи купюры, пожалуйста, те, у кого купюры в руках, где они? Где они? Где они? Бог ты мой, никто не сомневался. Итак, ну что ж, любые деньги всегда приходится отрабатывать. Жду вас на площадке. Поаплодируйте, здесь вам. Денег раздала даром. Ну и тем не менее, вам, дорогие мои, сегодня здесь, в этом круизе, в Англии придется доказать, что это не было случайностью. И деньги действительно липнут к вашим рукам, и вы самые состоятельные люди сегодняшнего праздника, может быть, круиза. Положите купюру на вашу раскрытую ладонь. Положите. Другую руку уберите за спину. Вот так вот обычно бизнесмены дают деньги. Да, свои личные. В результате трех попыток вы пустите деньги на ветер, это так приятно, я вас уверяю, и поймаете на эту же раскрытую ладонь. Я показываю, а вы лишь созерцаете. Аплодисменты, подарите. Не поваляешь, не истратишь. Это тоже хорошо. И тем не менее, первая попытка. Подняли. Подняли руку, перевернули. Ловим! Итак, первая попытка пока была неуспешной для кого, посмотрим. Итак, подняли. Перевернули, ловили! Ну что ж, есть еще один вариант, он третий, его и мы предлагаем вам. Итак, положите купюру, подняли, перевернули! Вам сообщить лишь не осталось. Кому удавалось поймать эту купюру? Аня, Женя. Правильно я понимаю? И Женя. Я поздравляю родителей по машине, пожалуйста, Женины родители. По машине, где вы? Женины родители. Евгений, они порадоваться сегодня не могут за то, что вы будущие бизнесмены еще и успешные. Анна, рядом ваша мама? Да. Я вас поздравляю. Если не заработаете вы, она вам всегда принесет. И тем не менее, я хочу сегодня тех, кто удаляет с этой площадки, обрадовать. Купюра остается вам на разживу. Я могу сейчас, как настоящая цыганка, даже в Англии, погадать, что же вас ожидает в ближайшие 3 месяца. Погадаю, в общем-то, одарю, как смогу. Итак, опускайте туда руку, доставайте предмет. Вы аплодируете? Все равно нечего погадать. Обратите внимание, это лупа канцелярская. Очевидно, ты чего-то рядом происходящего не видишь. Смотрите, в ближайшее время вас ждут сюрпризы. Пусть все будет подстраховано. Спасибо. Занимайте свои места. Ну что ж, а вам я хочу сказать, что вам предстоит сменить машину. Она будет лучше, хотя и не очень дорогой. Итак, занимайте свои места. Но у вас все просто. Пусть жизнь вам кажется только медом, и она будет слишком сладкой. Но не переборщите. Спасибо вам. А вас я попрошу остаться. Итак, дорогие.
дорогие мои, вам, как победителям, конечно, и успешным людям в будущем, а может, в настоящем, я должна предложить сейчас что? Что? Супер игру, подождите, деньги. Что вы, деньги, деньги. Итак, ну, на супер игру вы согласны, правильно я понимаю? Итак, давайте, согласны точно? Тогда по рукам. Ну что ж, по рукам. Ну вот вы и проиграли. Англичане не любят крепких рукопожатий, а вы мою руку пожали. Аплодируйте им, пусть каждый из вас, дорогие выпускники, помнит три правила. Итак, прибавьте пальцы сейчас можно. Итак, скупой платит дважды, скупой платит трижды, а лох скупой жизнь. Я желаю вам, чтобы все ваши свершения были успешны, и у вас всегда были честно заработанные деньги. Аплодируйте здесь, я вам наши выпускники, они талантливые выпускники. Они полиглоты и знают несколько языков. Я очень надеюсь, что в каждой стране они будут разговаривать именно на этом языке. Если вы не верите, мы можем это проверить. Встречайте настоящих полиглотов, талантливых людей. Встречайте в Англии поскорее. Трофимова Ксения, Трофимов Сергей. Поаплодируйте скорее. Thank you.
Трофимов. Не убегайте, Сергей, идите сюда. Ксения, вы можете быть свободными. Поаплодируйте Ксении, она уходит. Вы поете давно? Давно поете, да? Вы знаете, вот сегодня караоке-холл рад принимать вот таких талантливых людей. Обратите внимание, этот эксклюзивный подарок сегодня получила только Лариса Владимировна. Как первый соловей женского пола. Вы согласны с этим? Конечно. А, наверное, согласны сейчас все присутствующие здесь, что сегодня сертификат на посещение караоке-холла на 12 месяцев я вручаю семье Трофимовых! Попробовать с 9 до 10 сегодня, если удастся. Ну что ж, здесь мы ожидаем вас в пятницу, субботы совершенно бесплатно. Наращивайте свой профессионализм. И может быть, в следующем году вы примете участие в нашем проекте «Голос караоке в городе Н» в номинации «Молодежь плюс». Поаплодируйте! И экономичные, и практичные, щедрые и очень симпатичные, как англичане пунктуальные, и как родители реальные. Встречайте их сегодня в Англии здесь. Аплодисменты для них есть. Одну простую сказку, а может и не сказку, историю. А может и не сказки.
поймет ли только взрослый. Но даже карапуз не спит и на парах. И двинется вместе, а кто вас не удержит, не жить хороший груз. Родители уходят, но не волнуйтесь, скоро подарки ваши будут в руках у каждого. Вы аплодируйте и сейчас вы кричите громко, подарки все у вас, Владимир Турков! Возьмите, откройте, туда загляните. Подарки нравятся, они красивые. Ну а теперь скажем родителям спасибо. Спасибо. Ну и подарки были смены, не упустите момента. Конечно же, когда я спросила у родителей, у этого дорогого состава, с которым мы уже подружились достаточно изрядно, куда вы отправились, они, одна из мам, не буду говорить какая, посоветовала отправиться в Германию. Ну что ж, слово родителей бывает стопроцентный закон. Ну что ж, браво, в Германию, в Германию, встречайте! Немногие могут оценить пунктуальность и практичность немцев. Если немец пожал вашу руку так, что захрустели косточки, значит он желает быть вашим настоящим другом и как можно быстрее. Сегодня здесь пунктуальность и практичность просто необходима. Немцы – самые пунктуальные и точные люди. Ваши родители тоже претендуют на это право. Поаплодируйте, я бегу к ней, пусть участие будет на славу. Дорогие наши участники этого блока, где вы попали в Германию. Итак, немцы очень любят все документировать. Именно здесь вам сегодня придется помочь мне, выпускникам, ну и, конечно, всем присутствующим здесь родителям. Итак, документирование будет происходить достаточно быстро. В своих руках я оставляю вот одну такую папку. Вам передаю в ваши надежные руки вот эту и вот эту папку. Итак, пишущие предметы есть? Нет, держите, как обычно, они исчезают. Итак, ваша задача – задокументировать как можно большее количество сидящих здесь присутствующих гостей. Итак, задокументировать рукопожатие. Если говорить простым языком, обвести как можно большее количество здесь рук. Готовы? Раз, два, три! Thank you.
вместе в Германии. Поаплодируйте им. Еще. Вот я хочу сказать, что улыбка, она дорогого стоит. Владимир так широко улыбался, что правошей рукопожатий достаточно много. Я не разберусь однозначно, но во все всегда времена, во все годы всегда с этим разбиралась Лариса Владимировна. Лариса Владимировна, спешите сюда, помогите нам в этой ситуации, проявите эмоции. Итак, Лариса Владимировна, задокументировано в Германии огромное количество рукопожатий. Вставайте вы сюда на мое место и определите, у кого больше рукопожатий задокументировано. У женского состава в Германии или у мужского? Только честно. Конечно, у женского. Конечно же, у женского. Аплодисменты. Другое мнение. Но тем не менее, независимо от того, какое решение принял ваш капитан, она имеет право голоса гораздо выше, чем я сегодня на этом празднике, в этом круизе. Итак, женский состав. Я желаю вам, чтобы посетив Германию, в очередной раз, я понимаю, да, у вас было еще больше друзей, чем прежде. Но сейчас прогнозировать мне придется с помощью Ларисы Владимировны. Поаплодируйте волшебный мешок по их рукам. Громче еще! Сейчас они опускают свои руки вот в этот мешок, создают предмет, и судя по этому предмету, им прогнозируйте, что ожидает в ближайшее время. Итак, папа, вы уже прогнозированы. Итак, опускайте вашу руку. Владимир, что вас ожидает? Владимир, Владимировна. Ну, какие-то, наверное, ой, нет. Если вот так вот отрезать. Отношения хорошие, добрые, хорошие отношения. Такие крепкие. Я так подозреваю, они будут очень непростые. Поаплодируйте Владимиру. Жизнь, да? Жизнь сладкая и у дочки, и у мамы, и у всей семьи. Сладкая-присладкая. Ну, помните, в любой бочке меда всегда есть ложка дегтя. Будьте аккуратны. Двигаемся дальше. Как ее искусство? Как ее искусство? Ну, типа, вот значит. Наверное, да, вам придется на ней города открыть вместе с ней, да? Я хочу сказать, что веселая жизнь вас действительно ожидает, и я вам обещаю, что в ближайшие праздники их очень много в нашем городе. Конечно, вы зажжете не слабо. Ну а теперь сегодня поаплодируйте, потому что погадал Лариса Владимировна на славу. Поаплодируйте! Спасибо! Итак, дорогие наши выпускники, вам необходимо сейчас, вам, сидя здесь в начале вот этой приятной выпускников, взять вот так, размотать этот цветок, держать его вот этой рукой. Вы пишете свое имя, размотываете цветок дальше, следующий пишет свое имя. Давайте посмотрим, кому, вот какие умные, кому удастся это сделать быстрее и точнее. Тот, кто получает цветок в конце, последний, именно тот бежит на площадку и сверяет тот состав, который не хотелось бы потерять. Обратите внимание, дорогие родители, у ваших руках цветок гораздо больше. Ваши хватило. Итак, держите, это вам, готовы? Итак, каждый пишет свое имя, регистрируя свитки. Рассматривая свиток, последний бежит со всем составом на пикап. Раз, два, три! Итак, давайте посмотрим, что же по составу присутствующих здесь у вас получилось. Вы читали, они машут нам рукой, поехали.
Саша, Катя, Маша. Аня, так не Нюта. Сюда. Катя. Катя. Кого не хватает? Все на месте? Вот этот свиток вы держите до конца выпускного вечера. С вас сегодня спрос за этот состав по правую руку от меня. Итак, держите, следующий состав у вас. Давайте посмотрим, что получилось у вас. Женя, Николай. Я не вижу, хоть улыбились. Вова. Дима. Максим. Никита. Итак, вы сегодня отвечаете за эту сторону выпускного вечера. Вам важно сегодня не потерять никого до конца выпускного вечера. Итак, сегодня вы возглавляете и регистрируете все ваши команды по правую и левую руку. Родители, вы сегодня к нам придете. Мы ждем вас. Попадем время на час. Познакомиться с родителями. Итак, вы знакомы со всеми родителями, сидящими здесь? В принципе, да. Познакомьте нас, пожалуйста. Родители, нам помашите себя, проявите. Нина. Эдик. Ну, Эдик, поверни сюда. Эдик, я вижу вас. Еще одна Нина. Наташа, Женя, Лена. Сережа, помаши ручкой. Эдик, это вы, да? Да. Вот здесь вот проблема. Юра, наверное. Юра, Катя, Таня, Оля. Да. Света. Да? Я думаю, что да. Вы знаете, вот это имя, оно действительно даже мне не подвластно. Аркадий, может быть, нет? А вот это Дима. Что-то на египетском. На египетском, да? Но мы вообще в Германии. Вы немецкий учили? Я английский, не разберемся. Дальше поехали. Да. Дима. Паша. Да? Маша, видать? Мама. Мама? Маша. Ага. Оксана и Катя. Оксана, Катя и Елена, помашите нам! Обратите внимание, вы сюда и грустно, и вы сюда и грустно. Привет сегодня, желаю вам, чтобы вам удалось, как настоящему большому и ответственному мужчине в Германии, удержать до конца этого выпускного круиза этот родительский состав. Сегодня мы назначаем вас ответственным по документированию и регистрации. Подарите им овации, спасибо вам! Возвращайтесь, друзья! Очень важно, что мы с вами тезки, и я рада пожать вашу профессиональную руку. Поаплодируйте нам, мы знакомимся только. Итак, мне, конечно же, хотелось бы, чтобы именно сейчас мы предоставили возможность нисколько не сомневаться ни в знаниях учеников, ни уж тем более в ваших знаниях. Вы сегодня проходите экзамен, вы экзаменовали сами, а вы проходите сейчас экзамен для того, чтобы возможно было узнать, насколько быстро вы умеете осуществлять устный счет. Вы готовы к этому? Сейчас для вас прозвучит три музыкальных отрывка. Вам необходимо услышать в них числа и выдать по окончании звучания результат. Например, смотрите. Маруся, раз, два, три. Ответ. Маруся, раз, два, три. В сумме сколько? Вот видите. Итак, потому что все будет в порядке. Первый вариант представляем вам. Спасибо. Получилось. 1440. И это правильно, поздравляйте! Поздравляем вам! Меня скорее увозило скуморить, и зубы меня везде, 18 мне уже. Забирай меня скорее, увозило скуморить, и зубы меня везде, я ведь взрослый там уже. Забирай меня скорее.
получилось 136. 336, это правильно! Да и последний вариант предлагаем вам. Как бы друзья не спросим, спросим. 6 и 8, 48. 8, 6 и 6, прошу. Честь не измена, 36. 6 и 6, 36. 6 и 6, 36. Ну что ж, в результате, я думаю, что все равно будет точный ответ. Вы знаете правильный ответ или нет? Зато знают ваши выпускники. Им удалось быстро сосчитать. Давайте спросим, надеясь на правильный ответ опять. Дорогие выпускники, правильный ответ вы знаете? Они знают. А может быть, угадаете? Они знают. Итак, давайте обратимся к ним. Итак, знаете ли вы мужской состав этого класса? Правильный ответ. Итак, я вас уверяю, что если у вас возникнут вопросы, всегда на помощь к вам придет ваш первый учитель, ваш преподаватель. Она вам об этом не сообщила. Нет, не потому, что не знала или забыла, просто она держит это в секрете. Ну что ж, а мы всегда за учеников в ответе. И ждем вас, дорогие родители, на вручение. Мы поаплодируем вам. Спасибо. Вот мое мнение. Желаем вам пожеланий сердечных. Пусть радость в душе остается навечно. Веселые праздники длятся подольше. Желание у вас прибавляется больше. И пусть вереницы приятный хлопот начнется учебный следующий год. Спасибо! Дорогой первый учитель, посмотрите на нас. Хороша сегодня школа, зал горит огнем. Мы на праздник наш веселый всех друзей зовем. С песню бой писать умеет, так ведь все быстрее. Кто ж ребята там робеет около дверей? Чтобы праздник был веселый, подпевай, родная школа, наш веселый смех. Пусть несется дальше всех, пусть летит и смех, и снова прямо к площади Свердлова за охотный ряд. И поем. Наш оркестр играет лихо для своих ребят. Не скажешь ты, что тихо голоса звенят. Чтобы праздник был веселый, подпевай, родная школа, наш веселый смех. Пусть несется дальше всех, пусть летит и смех, и снова прямо с площади Свердлова за походный ряд, где огни Кремля горят. Мы сегодня не фотографировались с учителями ни разу. Давайте пригласим сюда первого преподавателя. Вы к этому готовы? Да. Ну что ж, громко кричите и зовите ее снова. Ольга Вячеславовна! Все презенты! Дорогие все мои зрители сами! Настоящий звездный класс и преподаватель, фотография на вами! Громче! Что любят в Германии? Вы знаете об этом? Сосиски. Сосиски в тесте! Присаживайтесь, принимайте все вместе! Следующего экспромта или подвоха. Это не подвох, это лишь экзамен. Итак, дорогие выпускники, обратите внимание на площадку. Именно они сейчас будут отвечать на вопросы, не задумываясь фактически совсем. Итак, вы готовы к этому? Готовы? Выдохните.
вздохните, аплодисменты получите. Итак, на каком этаже стоит ваше здание? На какой улице стоит ваше здание? Кто из выпускников не делал домашнего задания? На каком этаже делают духовы? Как зовут директора школы? Рогатые коровы или безрогие это изучает? Спасибо. Ну вот так, без подсказок, они сдали экзамен. Мы сегодня благодарим вас за то, что все эти годы вы были рядом с нашими выпускниками. И благодарны, что сегодня вы пришли сегодня в этот зал на наш приз-круиз и, конечно, отправляетесь во все страны. А значит, когда наши выпускники придут к вам на встречу выпускников, вы всегда их примите с распростертыми объятиями. Подарки принимайте, аплодисменты тоже! Ну что ж, пора аплодисменты дарить и обратно отправлять. Лана Валерьевна и Оксана Анатольевна, они, конечно же, мысленно вместе с вами сегодня объективно не смогли прийти, но они вас поздравляют, желают вам всего самого хорошего, успехов. Ну и, конечно, вы такие аплодисменты не услышат. Мы надеемся, поаплодируйте. Но... каждого из вас известно, что итальянская кухня пришлась плотно у нас в России. Что из итальянских блюд вам известно, дорогие выпускники и родители? Что известно? Паста. Паста. Спасибо. Еще? Пицца. Пицца. Совершенно верно. Кто из вас, уважаемые родители, готовит дома пасту? Кто хоть раз готовил? Хорошо, кто варил спагетти? Итак, обратите внимание, в нашем российском варианте это гораздо проще. Итак, у вас консультанты выйти просим. Поаплодируем вам без вопросов. Пойдемте с нами. Итак, дорогие мамы, прекрасные, хозяйственные, талантливые. Вот на вас смотрят, конечно, ваши дочки и ваши сыновья. Вам не удастся сейчас обмануть и слукавить. Скажите, спагетти или пасту вы готовили в том итальянском варианте, который существует? Не было в вашем варианте. Не было. Итак, раз сегодня прозвучал такой ответ, то, конечно, итальянский будет привет. Я спешу сюда вам представить настоящее российское спагетти. Аплодисменты эти! Итак, дорогие мои, сегодня вам удастся потреблять это спагетти. Я вручаю ваши руки вот такую вилку, вот с такой большой спагетти. И ваши руки вот такой вилку, держите. И забыла сказать, что итальянцы, они много жестикулируют и громко говорят. Одна ваша рука будет наматывать спагетти на вилку, а другая рука жестикулировать, отправлять приветы. Скажите, ваших выпускников дочка или сын? Дочь, где она? Она отсутствует, да? Ну, то есть вот где-то вот здесь, в этом районе она сидит. А в вашем выпускниках сын? Тоже, да. Он тоже отсутствует. Да, смотрите, всегда готовы поддержать наши учителя. Итак, да. Пока звучит музыка, вы наматываете спагетти на вилку. Когда она перестанет звучать, конечно, посмотрим, кто потребляет и готовит его быстрее. Итак, конечно, раз, два, три! Закончили потреблять спагетти, а значит, я хочу сказать, что это классно, мне нравится. Если вы вдруг окажетесь в Италии, то, конечно, справитесь и с пастой, и со спагетти, и со всем остальным. Ну, а что ожидает вас в ближайшее время, давайте проверим. Итак, теперь на площадке я поведаю вам историю, друзья. Итак, вас ожидает перелет. Я очень надеюсь, что в Италии будет путешествие. Поаплодируйте. Что в вашем случае будет? Итак,
Смотрите, обратите внимание, здесь настоящие булавки. Это значит, ваша красота и ваша публичность порой, конечно, опасны. Поэтому перестраховывайтесь и помните, все хорошо в меру. А вам сегодня я хочу поведать, раз уж вы настоящие хорошие хозяйки, то пицца, самая настоящая итальянская, сегодня здесь. Итак, берите сковородку, выносите, аплодисменты есть! Нету. Знаешь, вот, доченьку мы не трави. Мясо положить. А если бы Леша был, он бы поржал, как ты пиццу ел. Да. Еще. Родители, всегда слова те же. Помните, записывать не будем. На-на-на-на. Еще. И наступает день, наступает час, наступает миг, когда стоит отключить сотовые телефоны, забыть потусторонние разговоры, улыбнуться друг другу и как в той рекламе. Пусть весь мир подождет. Пусть весь мир подождет, пока мы посетим самую любящую и любовную страну в мире. И так Париж увидеть и умереть. Какая глупость, скажу я вам. Страна любви манит прекрасных дам. Кто танцевал на площади Парижа только раз, уж не расстанется с любимыми, я уверяю вас. И сегодня здесь, во Франции, самое лучшее дефиле. Выпускницы и их мам. Именно здесь, на этой сцене, они покажут самые свои лучшие наряды. Шелка и кружева, корсеты, панты, подвязки, кринолины, пояса, красавицы и лучшие таланты, прекрасны так, что разбегаются глаза. Они идут, едва ступая по земле. Вас ожидает выпускное дефиле. На этой площадке, на этой сцене появятся наши выпускницы и их мамы. Та, у которой нет сегодня женской пары, выбирает из многочисленного женского состава. Готовы? Тогда аплодисменты по праву. Копылова Анастасия. И следует она сюда. С Ларисой Владимировной. Выпускной дефиле во Франции. Не упускайте момента. Раз, два, три. Мама Екатерина Васильевна!
Парижа. Этот ансамбль, его пугают туристы, приезжают в Париж. И если вдруг, как он поцелует, выигрывается, правительство дарит самый большой подарок от страны. Итак, вы выбираете себе пару мужского пола, и вы тоже спешите сюда, мы готовы! Спасибо. Слава Богу, есть наставники здесь. Можно, где папа? Не папа, как я и знала. Ну что ж, будьте любезны, встаньте между мужчинами. Вот здесь вот, совершенно верно. Ну, вроде все в порядке. Здесь все в порядке. Возьмите за руки, друзья. С Канканом в Париже познакомлю вас я. Именно вам следует знать, что Канкан в Париже, конечно, пользуется большим успехом. Вступают не все туристы, а только самые смелые и самые решительные. Все очень просто. Соединим руки без вопросов. Спасибо. Итак, все достаточно просто. Канкан в Париже играется следующим образом. Итак, прекрасная дама целует щеку прекрасного мужественного мужчины. Он изобрет целует ее в руку. Совершенно верно, в другую руку. Да не в свою, в ее. Но она, конечно, благодарна его в щеку. В другую щеку. Он ее в руку. В другую руку. Но она его в щеку. Да куда вы? Сначала сюда. В другую щеку. Конечно же, совершенно верно. Вдруг, подождите, здесь-то рука. Ясно. А в щеку. В другую щеку. Совершенно верно. Владимир, вам не надо объяснять долго. Совершенно верно. Итак, спасибо большое. Итак, вот таким образом играется канкан, включается музыка. Та пара, которая выбивается из этой схемы, она покидает эту площадь и выбывает из канкана. Та пара, которая выигрывает и удерживается в этом канкане, получает самый главный приз правительства Франции. Попробуем? Ну что ж, с вас аплодисменты, сад канкан. Предлагаем. Раз. Один ход. Действительно, родители, они выбывают первыми. У вас, конечно же, должен быть поцелуй вот здесь. А вы поспешили и поцеловали своего мужа. Нельзя выходить на частности. Итак, пара канканов взрослая выбывает. Народ аплодисменты предлагает. Ну что ж, руки берите. Продолжайте. Итак, раз, два, три. We'll be right back.
Ясно? Они все понимают с первого раза и, самое главное, все успевают. И я хочу вас предупредить. Они успеют выучиться, получить образование, хорошую работу и влюбиться тоже. Будьте внимательны, дорогие родители. Дарите аплодисменты. Ну, а я хочу вам сказать о том, что пусть круиз обрел финал, прошел испытание репетицией. Мечты выпускников желаем сбыться. Ну а для вас, пока антракт достал, песня финальная, она же прощальная. Здесь, в круизе, выпускники, сюда выходите, песню подарите. Прошли 9 лет без заботного детства. Наконец-то мы свободные. И сейчас в эту паузу мы сделаем самые незабываемые фотографии с нашими родителями, с нашими учителями и с нашими выпускниками. Первая пауза! Ever walked on the earth?
налетают новые года. Дети вырастают и взрослеют навсегда. Жалости и игрушки забываем мы. Выросли подружки, все в кого-то влюблены. А детство уходит.